Добрый день, друзья! Продолжение про стрельчаток пси. Как видите, они очень хорошо подросли. Сейчас сделаем рядом линеечку. Давай, растягивайся. Короче, 3,3 где-то она, наверное, сантиметра уже, я думаю. Еще одна рядышком сидит на сухих прожилках от листика. Не хочет с ними расставаться. Я сейчас у них как раз меняю в домике все. Фекалии уже убрала, листики сухие убрала. Кстати, представляете, как получилось? Она же у меня сначала одна на березе сидела, а вторая сидела на иве. А теперь они вдвоем идут и отказались от березы. Так что березовые листики остались нетронутыми особо. А зато и увидите, как грызут. Вот. Ну что ж, будем за ним наблюдать дальше. Я так понимаю, они уже старшенькие у меня стали. Еще немножко, наверное, тоже будут уже окукливаться. Это на гризли как хорошо слышно. Не знаю, вам слышно, нет? Грызет, прям грызет. Все, пусть грызут. Thank you.
Добрый день, друзья. Строчатские пси у меня еще подросли. Видите, они сейчас, если она выпрямится, я думаю, это будет 3,3, наверное, миллиметра. У одной уже, видите, сверху белая полоса становится, да? А у второй она еще желтоватая. Сейчас вам покажу. Как бы распрямить. Вот, видите, желтенькая она еще. Это уже беленькая. Я думаю, еще немножко они уже будут у меня окукливаться. Будем за ними наблюдать дальше. Добрый день, друзья. Новая съемка стрельчатки пси. Я думаю, сейчас можно нам будет ее измерить. Вот она одна, да, здесь осталась. У нее, кстати, уже тоже начинает, мне кажется, белеть эта полоса, которая идет посередине ее спинки. А та уже снизу состроила себе кокон. И не знаю, кстати, уже она окуклилась или нет. Сейчас тоже проверим и посмотрим. Кстати, еще не успела пока достать. Хочу вам показать, видите, какая защитная поза у данной гусеницы. Она как бы выгибает свой грудной отдел, голову, и выставляет, так сказать, как я его называю, свой рог. Так вот она отпугивает. Да, полоса заметно побледнела, вот я ее еще достала хоть на какое-то светлое место. Измерить, похоже, я ее не смогу, потому что я тяну за, так сказать, ее веточку, на которой она сидит, да. И там у меня оттягивается сразу кокон другой гусенички. Сейчас я вот эту закрою и постараюсь вам с обратной стороны баночки показать. Она, кстати, еще не окуклилась, она пока просто сидит в коконе. Так что не буду ей мешать особо. Просто достанем листики, покормим эту гусеничку, которая тоже, я думаю, скоро уже очень окуклится. И будем за ними наблюдать дальше, когда они уже станут куколками. Вот так вот это смотрится с обратной стороны баночки. На донышке, видите, она сделала себе такой кокон. Видно, что он в форме такого не совсем правильного овала. И видно еще чуть-чуть ее окраса, что она еще там гусеничкой. Если вам понравились эти видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем отличного дня, всем пока!